Боль в мышцах после тренировки. Традиционно считается, что специфическая тянущая боль в мышцах после занятий спортом напрямую связана с их ростом. С научной точки зрения это не совсем так. И рост мускулатуры может проходить вовсе без боли. Все зависит от индивидуальных особенностей метаболизма человека. Отметим и то, что активное восстановление и спортивный массаж с роликом существенно снижают эту боль. По сути, специфическая отложенная боль, ощущаемая в мышцах тела после выполнения тяжелых силовых упражнений, всего лишь означает, что организм успешно восстанавливает мышцы и выводит токсины, образовавшиеся после тренировки, включая молочную кислоту. Обычно такая боль начинается в период от 12 до 24 часов после тренировки и полностью заканчивается через 24-72 часа. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!